Дамы и господа, я рад вас всех приветствовать. И у меня хорошая новость. В ассортименте первая коляска магазина появилась новая позиция от компании Nordi. Моделька называется у нас Luno All Trains, по-моему. Да, All Trains, правильное название. Это колясочка, которая... Это вообще норвежская компания. И наверняка вы знаете, что там за климат. И там, в Норвегии, обязательно нужно, чтобы что-то было теплое. Очень похоже, наверное, на питерский климат Норвегии. Ветра, дожди, ну, такое все, короче. И нужна люлечка, колясочка, хорошо готова к зимнему и ветреному, скажем так, времени года. Вот. И эта колясочка подходит для этого как нельзя лучше. Здесь все сделано для того, чтобы ребенку было хорошо в холодное время. Но и на самом деле о лете здесь тоже не забыли. Также и летом будет все прекрасно. Об этом все немножечко вам подробнее буду во время обзора рассказывать и показывать. Комплектацию 2 в 1 мы с вами будем рассматривать. Давайте вот в двух словах технические характеристики назову ее так в целом. Так, у нас вес с люлькой 12 кг. С сиденьем, с прогулочным, он будет чуть позже, 13 килограмм. Вес ребенка, который максимально она выдерживает, 22 килограмма. И ширина колесной базы, что немаловажно, здесь 60 сантиметров. Это нужно, потому что стандартный лифт, он 63 сантиметра. И были бы они вот на эти несчастные 3 сантиметра шире колеса основания, то тогда мы просто в лифт в стандартный не заехали. Вот. А сама она где-то получается до 4-5 лет, если уж о весе говорить, это где-то так. Так, начнем с вами изучать ее с люльки, сверху вниз, как говорится, пойдем. И что могу сказать о люльке? Люлька здесь просто каких-то космических размеров. Кстати, козырек здесь регулируется бесшумно, потому что здесь вот с левой стороны есть кнопочка. Просто держим ее и наклоняем. Никакого звука при этом она не издает. Не нужно двумя руками одновременно делать. В общем, топчик сделали очень круто. Люлька, кстати, изготовлена у них по фирменной технологии термокод, если я не ошибаюсь, она называется. Это дает нам то, что летом она сохраняет прохладу, зимой держит тепло. И поэтому такой получается у нас своего рода климатическая система в люльке соблюдена, и ребенку будет более комфортно. Размер, кстати, люльки здесь просто здоровенный, если я не ошибаюсь, больше 80 сантиметров она в длину и больше 38, по-моему, даже в ширину. Но могу чуть-чуть ошибиться, посмотрите по ссылке внизу, в описании будет и характеристики будут, и ссылка на магазин «Первая коляска», где вы точно сможете все проверить. Вот, в общем, я к тому, что люлька здесь просто каких-то нереальных размеров, она огромная. Вот, загляните, посмотрите, она очень просторная. Кстати, здесь антибактериальные материалы, они не дают бактериям размножаться, поэтому вот этот момент здесь тоже достаточно грамотно сделали. Ткани все очень тактильно, очень уютные, мягкие, приятные. Вот прям вот мне очень нравится и внешние ткани, и внутренние здесь сделали очень хорошо. Кстати, есть возможность у нас спинку немножечко поднимать. Видите, здесь такая регулировочка. Ребеночка можно чуть люльки посадить, если это кому-то нужно. Во-первых, не знаю, мало кого я знаю, кто этим вообще пользовался. Но такая опция есть, если что. В общем, в эту люльку ребенок поместит даже в самом большом меховом, на овчинке такой, в самом здоровом конверте, сюда поместится ребенок. Поэтому вообще вопросов нет. Что мне еще нравится? Накидка на ножки, она здесь на магнитиках. Никаких липучек здесь нет. Просто все на магнитике. Щелк. Магнит достаточно мощный, сильный ветер ее не снесет. И еще мне нравится то, что есть смотровое окошечко. Смотрите. Вот я поднял. Здесь бортик практически уперся в потолок. Вот столечко осталось. И я вижу ребенка. Это очень круто. Кстати, чтобы поднимать козырек бесшумно, тоже нужно держать кнопку. Вот сейчас я поднимаю щелчки, держу кнопку, никаких звуков, поэтому имейте в виду. Здесь у нас также есть дополнительная секция, которая закрывается, вентиляционная своего рода, поэтому вот такая опция здесь тоже есть. Так, что касается люльки, как она у нас снимается, давайте покажу. Вот сбоку две кнопочки и все.
И она, видите, сделана в такой форме, как дугой, и можно чуть-чуть на земле укачивать. Единственное, осторожнее будьте на улице, если будете ее снимать, куда-то ставить. Здесь нету таких высоких ножек, она будет ставиться непосредственно на вот эту часть. Вот это вот конкретно вот этот вот кусок, он как прорезиненный, поэтому если что-то очень гладкое, ткани касаться не будете. В общем, вот такая вот люлька, она очень легкая, поэтому как-то ее переносить и мамочке не будет тяжело. Ладно, убираем, ставим прогулочный блок, посмотрим на него. Прогулочный блок, естественно, и реверсивный, он и против хода устанавливается, и по ходу устанавливается, поэтому это тоже имейте в виду, что есть такая опция. Так, в комплект, естественно, входит, как иначе. В такого рода колясках обязательно должно быть. Это накидка на ножки с возможностью вот здесь вот чуть-чуть приоткрыть. Своего рода вот так вот бортик. Фиксируется он тоже надежно. В специальных креплениях вот здесь вот он не слетит. Такая вещь желательно, чтобы была не на магнитиках, потому что ребенок ногами дернет, там вверх поднимет, магниты все-таки не выдержат, она слетит. Поэтому здесь вот такие вот крючки, благодаря им никуда ничего не денется. В общем, накидка классная, она внахлёст у нас здесь закрывается. И вот смотрите, полностью ребенок закрыт. Накидочка суперская. Так, что касается козырька здесь. Он тоже, видите, многосекционный. Вот эта часть, как и в люльке, тоже, вспомните, да, была москиточка такая. Здесь тоже есть такая опция. Ну, наверняка будете ей пользоваться только летом. Или, может, вообще не будете, потому что здесь он и так достаточно большой. Есть еще одна секция, сейчас я вам покажу. Вот. Опускаем полностью лежать и смотрим, что мы имеем. Так, да, в общем, одна секция открывается у нас с москитной сеткой. Можно ее закрыть, как я сейчас сделал, и открыть другую еще одну секцию, закрытую полностью. Поэтому вот мы до бампера полностью закрываем. Зачем еще больше козырек нужен, непонятно. В общем, козырек здесь просто замечательный. Так, смотрим на сиденье. У нас есть здесь также перемычка, если это нужно. Кому-то просто очень нужно. В нашей коляске тоже была, мы пользовались. Когда ребенок подрастает, не пристегивали его ремнями, в принципе. Пользовались перемычкой, чтобы он не подскользнул внизу. В общем, не проскользнул. В общем, вещь не бесполезная. Кстати, бампер давайте вам покажу. Кстати, и ручка, и бампер в эко-коже обиты. Поэтому имейте в виду. Вот, бампер у нас как калиточка откидывается в сторону. Для посадки очень важно и удобно. Подножка, естественно, регулируется. Из практичного момента вот эта часть снизу пластик, а вот это вот как резина. И вот эту вот всю часть легко мыть, вообще хоть там шлангом поливайте, все нормально. Вот, глубокое, очень глубокое сиденье. В общем, с пространством тут просто все очень хорошо. Высокая спинка. Также у изголовья у нас есть вот такой вот подголовничек, матрасик. Пятиточные ремни. Мягкие накладки есть только на плечевой зоне, на паховой нету. Вот. Так, смотрите. Давайте тогда, ну, с блоком понятно. Классический, нормальный блок, здоровенный. Здесь вопросов нет. Посмотрим с вами давайте на раму. Потому что рама достаточно здесь хорошая и комплектация хорошая. О ней мы чуть позже поговорим. Здесь в комплекте идет рюкзак. Сейчас мы к нему вернемся. Так, рама. В принципе, классическая, нормальная такая рама, которая очень хорошо подходит для плохих дорог. Здесь стоят гелевые колеса и очень-очень мягкая амортизация. Вот в плавности хода это у нее очень мало конкурентов. Все сделано суперски. Ручка, как вы видите, регулируется по высоте. У меня 186 рост. Здесь тот хоть самый-самый маленький родитель до очень высокого родителя
высоты ручки хватит. И самого нижнего положения, естественно, тоже. Колеса у нас передние, естественно, вращаются на 360 градусов с возможностью блокировки, если это нужно какое-то внедорожье преодолеть. Рама вся, естественно, металлическая. Кстати, что касается качества рамы, всю ее понажимал как мог. Ни хруста, ни скрипа я добиться не смог. Сборка очень хорошая. И как показывает практика, очень мало гарантийных каких-то обращений, каких-то нюансов, каких-то недовольных чем-то клиентов. Продумано, все сделано действительно хорошо. По качеству, в принципе, все очень годно. Так, что касается багажника, смотрите, багажник тут у нас очень приличных размеров, он очень высоко от земли, потому что когда вы на бордюры заезжаете, высокие, и если в багажнике чего-то много лежит, он будет чиркать и в итоге снизу прорвется. В общем, здесь такой проблемы нет. Доступ к нему у нас реализован вот таким образом, на магнитике. Вот эту часть мы просто открываем, закидываем сюда и закрыли. И здесь стоит самый One Click, по-моему, называется такая система тормоза. Самая классная. Она, во-первых, очень легкая. Вот прям очень легкая. Мы сверху нажимаем «тормозим» и также сверху нажимаем «отпускаем с тормоза». Очень легко снимаются колеса с помощью одной кнопки. Также и спереди. Поэтому, если куда-то летите, быстренько все это скинули, в машину, в конце концов, не помещается, там объем нужно убавить. Раз-раз все скинули, все делается одним щелчком. Поэтому вот в этом плане все здесь здорово. Спинки, кстати, высота регулируется наклон, точнее говоря, с помощью вот здесь кнопочка, рычажок такой, так называемый. Отжимаем его и опускаем, а поднимаем, просто поднимаем вверх. Так, давайте теперь посмотрим, как эта вся конструкция у нас складывается, потому что складывать нам нужно каждый день, потому что мы можем куда-то поехать, еще что-то полететь, как-то ее перевезти, и ее нужно куда-то убирать. Давайте посмотрим, можно ли ее сложить с прогулочным блоком вместе. Вот давайте так попробуем, поэкспериментируем. Нажимаем здесь кнопочки и вот так опускаем. Угу. Вот, видите, складывается. И чтобы вот это вот не торчала подножка, нажимаем вот здесь вот снизу кнопочки и опускаем ее вниз. Можно, в принципе, сэкономить место и убрать отсюда бампер. Будет еще тоньше, просто он торчит высоко. Поэтому, если не мешает, оставляем. Но есть опция убрать. И, в принципе, в крайнем случае можно еще чуть-чуть сдвинуть ручку. И тем самым, убрав бампер, относительно нормальная такая вот величина получается. Точный размер, естественно, в ссылке в описании. Можете посмотреть. Так, поднимаем. Так, здесь блокировочка сработала. Сейчас мы ее откроем. Вот так. Когда открываете, всегда вот до щелчка поднимайте, потому что она должна в свои места встать, и все будет хорошо. Так, собственно, давайте посмотрим с вами комплектацию и рюкзачок. Что у нас туда еще входит? Достаточно богатая была комплектация. Туда входит фирменный подстаканник, сумка-рюкзак, антимоскитная сетка и на люльку, и на прогулку. Дождевик и на люльку, и на прогулку будет идти. Ну и рамы, и это все остальное. Рюкзак у нас, потому что он рюкзак, он у нас на плечи одевается. Ручка есть, вешается, естественно. Давайте заглянем внутрь. Так, ну внутри у нас как раз таки то, что мы говорили. Дождевик и москитка. Ну, инструкция, куча кармашков, сеточек. В общем, все понятно. В общем, все, что необходимо для жизни, у вас будет из коробки. Вот так это все надежненько крепится. Подстаканник тоже на свое место садится. Он никак не прикручивается, просто защелкивается. В общем, все окей.
В общем, по большому счету, всю информацию, которую я донести хотел, я вам донес. Как по мне, я вот очень, скажем так, с большой симпатией отношусь к бренду Nordi. И то, что они делают за ту цену, которую они продаются, там даже до 1000 долларов никогда ничего не доходит, а мы получаем хороший. Я не могу назвать его премиальным сегментом, но это такой предпремиальный сегмент, потому что... Сделано качественно, хорошие материалы, достаточно надежные, очень хорошие комплектации, вот, и максимум комфорта для ребенка. Место, ткани, плавность хода, пространство, все вот сделано хорошо. И для родителей проходимость очень хорошая, потому что снега навалило, еще что-то по паркам, легко вы спокойно можете маневрировать, там корни переезжать, какие-то камни. В общем, здесь с этим все хорошо. И цена, опять же, цена очень приятная, приятная цена. По ссылке в описании на магазин «Первая коляска» пройдите, посмотрите актуальную цену. Если в обзоре вам коляска понравилась, можете оформлять, вам день-день привезут. И я уверен, что вы останетесь довольны покупкой этой коляски, если вы ее выберете. А если вы ее выберете, это будет очень правильный выбор. Ну, естественно, выбор, как всегда, за вами. Если обзор понравился, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментарии, я отвечу вам на них обязательно. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора колясочек для вашего ребенка. Всего доброго!